Сейчас эмиграция. Да. Когда она вынуждена, эмиграция, когда человек вынужден покинуть свою страну по тем или иным причинам, это, конечно, трагедия. А есть люди, которые по природе своей должны мигрировать, должны перемещаться по пространству, им не сидится на одном месте. Тогда ради Бога. Вот. Миграция населения — это вполне естественное явление, и это хорошо даже с точки зрения обновления генофонда. Вот. Но опять же подчеркиваю, если это вынужденная миграция по каким-то политическим, социальным, экономическим и каким-то другим причинам, это плохо.